Всем привет, это канал Crypto Today. Сегодня я хотел бы вам рассказать про децентрализованную биржу IDEX. IDEX, в принципе, это хорошая альтернатива другим биржам, не децентрализованным, и либо EtherDelta. Потому что EtherDelta, она все же тормознутая очень, функционал неудобен. Ну, собственно, давайте покажу, что и как здесь делается. Для начала вам надо, конечно же, открыть свой новый кошелек, ну, создать, если у вас нету MyFair Wallet. Здесь, в принципе, пишете пароль, вам дается файл, либо приватный ключ. Либо же вы можете зайти на свой старый аккаунт, на котором валяются airdrop, bounty, либо ICO токены. И сразу же вы заходите на свой аккаунт, то бишь, где у вас находятся данные токены, и открываете его здесь. Здесь выбираете, конечно же, удобный для вас вариант. Файл, приватный ключ, MetaMask, либо Ledger. Здесь я видео приостановлю. Так, зашел я в свой аккаунт, значит. Чуть-чуть загружается, все же биржа децентрализована и работает не как часы. Так, что нам надо, собственно, для начала? В принципе, основная задача, мы здесь хотим купить токены, которые вышли только с ICO, и в принципе они торгуются здесь одни из самых первых. Либо же у нас есть свои токены, которые нам приходили с того же ICO, Bounty, либо airdrop. Собственно, нажимаем баланс, далее full баланс. Нажимаем Hide Zero Balance, это все ваши токены, находящиеся на вашем кошельке. Сейчас некорректно работает, надо обновить по новой. А, вот, загрузилось. Собственно, это все ваши токены, находящиеся на вашем балансе MyZerWallet. А тут есть MyIDEX баланс, здесь по нулям. Что же вам надо сделать, чтобы с эфириум кошелька перекинуть на IDEX? Достаточно просто нажать депозит. Смотрим токены нормальные. Вот, допустим, NBuy. Нажимаем депозит. Так, здесь написано минимальная торговля 0.15 эфириума, но если вы сами... Ой. Так, NBuy. Вот здесь. Пропади. В общем, 0.15 эфириума. Это значит то, что вот если уже стоят ордера какие-то на покупку либо продажу, вы можете купить минимум на 0.15 эфириума. Но если вы сами ордер создаете, то вы можете купить либо продать на 0.5 эфириума. А минимальный вывод здесь 0.04. Собственно, нажимаем Send Entire Balance. Это все ваши токены с вашего баланса вы перекидываете с MyFair Wallet на IDEX. Здесь выбираете Gas Price Gwei. В принципе, сам сайт предлагает очень высокий. Если посмотреть выше, видно Gas Price 20. Сейчас даже сверим. У меня есть сайт во вкладке «Как удачно». О, газ упал. Это замечательно. Сейчас нормальная цена, чтобы быстро вам токены пришли. Это 11. Используйте данный ресурс. В принципе, хорошо помогает. Здесь он мне сразу 40 давал плюс. Так, собственно, берем, меняем. Вот, можно поставить, допустим, 12. Это 11. Да, 11. Это довольно быстро. Должно прийти. Депозит нажимаем. Мы подтверждаем это, конечно же. Все, теперь можно зайти в Balance History и посмотреть. Так, судя по времени, так, pending status. Что, уже прошло, что ли? Довольно быстро, если прошло, действительно. Но здесь все еще есть. В принципе, функционал биржи мне очень нравится, несмотря на то, что страница сайта вообще тормозит дико, но он очень удобен в торгах.
Ну, это просто надо понимать, децентрализованная биржа все же. Так, зайдем на мой токен. And buy. Так, прогружаешься. И надо, конечно, иметь в виду то, что здесь все торгуется к эфириум, либо DAI. DAI это их токен биржи. Так, конечно. Так, собственно, все давно уже прогрузилось. Это просто я тут чуть-чуть тормозил. Собственно, что мы видим? Здесь новости о листингах монет и прочее ежедневно. Ну, они, конечно, делают сумасшедшую работу. Столько токенов добавлять, все же это вообще биржа суперская. Потому что здесь все же первые токены с ICO, которые торговались на базе эфириума, они появляются здесь. Так, что мы видим? Мы видим два стакана. Один по продаже, другой по покупке. Не забываем то, что если вот уже ордера такие стоят, вам надо потратить минимум 0,15 эфириума, чтобы приобрести. А если вы делаете уже свой ордер, то тогда 0,05. Так, собственно, что здесь видим? Лимит либо маркет. Лимит это вы сами ставите, собственно, цену прайса. Это как раз вот можно здесь на 0,05 эфириума делать ордера. Если же вы нажимаете маркет, то это уже сразу по ордерам покупает все у вас. Что мы здесь еще можем увидеть? Конечно же, ваши ордера. Вы их здесь можете отменять, если что. Trade history, конечно, по какому курсу вы покупали, продавали, там сравнивать и прочее. Market trades это как активно покупают, конечно же, токены можно узнать. Ну, собственно, в принципе, основное все вам сказал. Сейчас посмотрим, кстати, пришли ли мне мои токены. Нет, еще не пришли, но в любом случае в скором времени должны прийти. Здесь нормальный газ прайс стоит 20, я поставил вроде как 11. Но все же это не как биткоин, конечно, пару часов не надо ждать. Ну и ваше время не буду тянуть, в принципе, основное все сказал. Ну, а вам не скучного времяпрепровождения и до встречи. С вами был Crypto Today.